Меня зовут Эрик. Я основатель и директор по технологиям SoundCloud.com. SoundCloud – самое большое облачное решение для аудио в интернете. Нашим сервисом пользуются 250 миллионов человек в месяц. Самые разные творческие люди. Музыканты-любители, которые записывают треки у себя в спальне. Поп-звезды. Множество пользователей, которые загружают немузыкальные аудио. Комики, политики. SoundCloud пользуются и люди из Белого дома. Самый разный контент. Более 12 часов аудио загружается на SoundCloud каждую минуту. Вот так выглядим мы сегодня. Я создал SoundCloud для того, чтобы решить свою личную проблему. Я и мой кофаундер Алекс, мы оба занимались работой с аудио. Алекс работал в кино, а я писал музыку, и до сих пор этим занимаюсь. И когда мы начинали всю работу над SoundCloud, нас сильно не устраивали те инструменты, которые были тогда доступны. Был MySpace, были файлообменники, и мы хотели создать сервис, который позволял бы легко и эффективно делиться аудиофайлами. И мы просто взяли и сделали это. Как выяснилось, не у нас одних была такая проблема. Теперь, 5 лет спустя, аудитория нашего сервиса 250 миллионов человек в месяц. Такое вот получилось путешествие. Мы потратили много усилий на то, чтобы понять, как работает мобильный интернет. Понять наших слушателей, оптимизировать продукт, сделать легким и удобным поиск интересных записей, сделать удобным прослушивание. Мы добились этого, сочетая работу наших сотрудников, умные алгоритмы и облачные решения, которые анализируют загружаемые данные, оптимизируют и персонализируют прослушивание аудиофайлов. В SoundCloud мы считаем интернет замечательным изобретением. Он представляет собой платформу для множества технологий. Одно из самых классных его свойств в том, что он полностью интерактивный. Можно не просто загружать информацию из интернета, но и загружать ее в него в реальном времени. Это позволяет создавать вирусные ролики, дает возможность глубокого интерактива между создателями и потребителями контента. В грядущие годы мобильные телефоны станут главным способом связаться с аудиторией, и мы надеемся использовать эту возможность, чтобы увеличить число пользователей SoundCloud до 1 миллиарда человек. План Б на сайте rbk.ru.